Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! И, друзья, напоминаю, что мы находимся в Турции, а конкретнее в Сиде, остановились в отеле Commodore Elite Suite & Spa 5 звезд по системе Ультра все включено. Сегодня у нас очередной насыщенный день в отеле, но мы уже планируем провести больше времени за пределами отеля, поехать в город Манавгат, который находится недалеко, посетить сам город, плюс показать, что там имеется, и съездить на красивые водопады. Также у Русланы будет завтра день рождения, мы покажем, в каком формате мы его планируем отмечать тоже будем в данном отеле. И, конечно же, покажу, какой подарок я подготовил Руслане. Все это будет в данном выпуске. Сейчас будем отправляться вниз на снэк-бар и решили там пообедать. Снэк-бар работает 24/7, то есть туда можно и ночью прийти, в любое время суток. Мы на обед часто ходили уже, показывали вам обзор обеда. Поэтому решили сегодня в нестандартном формате пообедать и заодно показать, какое меню предоставляется в этом снэк-баре. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заранее нас поддерживайте лайком. И всем, ребят, приятного просмотра. Вышли мы уже на территорию отеля. Снэк-бар находится в этой стороне, но мы хотим сначала выйти на мостик, посмотреть, как вообще обстоят дела. Много ли людей купается, загорает. Сегодня такая погода, немножко пасмурная, но солнце как бы есть, но присутствуют тучки. Кстати, если вы не поняли, мы в этом выпуске будем снимать 2 дня подряд. То есть и сегодняшний день, и завтрашний день рождения, чтобы никто не подумал, что мы будем отдельное видео про день рождения снимать. То есть все в этом видео увидите, и подарок, и празднование. Смотрите, такой вот бассейн, ну, вот этот бассейн, он без подогрева, а с другой стороны более теплый. Но я смотрю, люди тоже загорают, купаются, практически на каждом шезлонге есть полотенца, оранжевые такие полотенца. Там вот снэк-бар внизу находится, который работает 24/7, и такая вот территория отеля. Мы, кстати, заметили, что вот этот бассейн, он идет, я так понял, для тех номеров, да, отдельный. И с другой стороны вот это все, бассейн с подогревом, Руслана в нем купается без проблем, все хорошо, да, ты рада, что наконец-то бассейн теплый. Да, вода очень теплая, можно вообще без проблем заходить, купаться, плавать и просто отдыхать возле бассейна. Кстати, в отеле также есть анимация, каждый день проходят какие-то активности, есть и водная аэробика, и фитнес есть, также там волейбол собирают команды, играют, потом дартс, теннис, это все присутствует. И вечером есть там разные выступления, живая музыка, разные шоу. Так что отправимся давайте сейчас в снэк-бар. Кстати, полный обзор отеля, всякие моменты, пляж, бассейн, бары мы вам показывали в прошлых 2 выпусках. Если вас прямо интересует полностью обзор отеля Commodore Elite Suite, что тут присутствует, тут эта кофейня, тут находится на первом этаже, мы тоже заходили, там пили чай, кофе, брали всякие вкусняшки, желейки и сладости. Так что посмотрите предыдущие 2 выпуска. Сегодня мы все-таки решили отправиться за территорию отеля, потому что по отелю уже много показали. Все-таки интересно, я думаю, будет многим узнать, куда же можно съездить с Сиде и посмотреть какие-то достопримечательности и шопинг, где можно закупиться, это мы тоже вам расскажем. Мне нравятся вот эти пальмы, так зелено, да? Прямо сад подстрижен аккуратно, очень постарались, молодцы. Не знаю, мы сколько находимся в отеле, там пока что нас абсолютно все устраивает и прямо радует, вот такая красота. А вот и тот самый снэк-бар, тут можно заказать все абсолютно те же самые напитки, как и на других барах. И такие вот столики, там терраса, смотрите, можно сесть на улице, внутри, если дождь, там есть накрытие. Но мы решили прямо тут, где сад, где вот эти деревья, сесть. Получается, мы сканируем QR-код, который на столе, и выбираем что-то вкусненькое, что там вообще они интересного предлагают. А, есть картофель фри с разными специями, начо с сосисками, разные салаты, рыбные палочки, тосты с сыром, с мясом, потом есть хот-доги. А бургеры есть? Есть влажный сэндвич с курицей. Влажный? Да, влажный сэндвич с сыром, есть клаб-сэндвич, есть бургеры, есть салаты, есть суп. Короче, выбор большой. И что самое главное, если вы, допустим, ночью прилетели, вы можете прийти в этот снэк-бар и полноценно что-то себе заказать. Так что будем сейчас что-то выбирать и покажем, что нам здесь принесут и приготовят. Ну, слушайте, мы как всегда. Короче, только что хотели сделать заказ. Оказывается, именно сама кухня в снэк-баре работает с 15:00 до 7 утра. Просто сейчас время обеда, ну и на завтрак тоже он не работает, потому что завтрак длинный, нету смысла в этом всем. То есть ночью сюда можно зайти перекусить, а с 7 утра все уже идут на завтрак. А бар именно в этом снэк-баре работает 24/7, именно поэтому мы перепутали. В общем, смотрите, мы так наелись на завтраке, на обед не планируем сейчас идти. Давайте все-таки двигаться в сторону Манавгата.
Новгата, а уже когда вернемся в отель, зайдем на этот снэк, мы вам уже меню озвучили, просто сделаем заказ и покажем, чем нас тут покормят. Все, ребяточки, вышли мы уже с отеля, хотим немного показать. Смотрите, вот главный вход в отель, там находится отель CD Premium, вот этот белый, мы, кстати, в нем отдыхали, тоже прикольная гостиница. И прямо тут пройтись, ну сколько, минут 5 через небольшой базарчик, там будет центральная дорога, с которой можно добраться до Манавгата, либо до CD старого города. То есть очень удобное расположение отеля, потому что и пляж, получается, отель на первой линии, и центральная дорога, там где шопинг-мол и всякие, тоже находится в пешей доступности. Смотрите, прямо здесь можно арендовать машину, потом баги, всякие байки. Это, я так понял, стоимость 45 евро в сутки. Смотрите, цены 55-50, это все за сутки. Можно прям Renault Traffic большой арендовать, если у вас большая компания, либо семья. Также тут и экскурсии, и спа. Смотрите, лохи покупают экскурсию у гидов, а решала тут. Даже надо такой маркетинговый ход, да, смешной, придумать. Сувенир, мини-маркет, вдруг там хочет кто-то кока-колы в баночке взять или еще что-то. Там, кстати, для загара круги всякие, мячики, зажигалки, парфюмы. Ну, не знаю, это, в принципе, в гостинице кола все есть. Чисто если за сувенирами, за очками, какими-то вот кошельками. Смотрите, по 1 евро вот такие вот Louis Vuitton есть. Ну, конечно, кепки, шляпы, пляжные мячи. Это мы вышли, ну, минуту прошли и попали на такой шопинг-стрит. Футболки, вот акция, смотрите, по 10 евро. Прямо огромный такой отдел, бутик называется. Можно постричься, ну, постричься и в гостинице можно. Тут, я смотрю, косички прям можно заплести. Ты никогда не хотела? Педикюр хочешь или маникюр? Маникюр и педикюр всего 7 евро здесь стоят. А твой маникюр какой? У меня никакой. Руслана сняла ногти давно еще, когда мы уехали, да, в этот бесконечный трип. И, короче, говорит, что пока что не хочет. Хочу. Только хочешь? Я хочу дома сделать. Так ты же говорила, что тут не будешь нигде делать. Я не буду, я уже буду делать дома. И улица торговая действительно большая. Тут и для детей есть одежда, смотрите. Кожа есть, оптика. Ну, в целом, мне нравится, что тут еще можно кальян взять, например, в отеле. Я не знаю, есть кальяны или нет, но многие хотят именно hello в ресторане посидеть, покурить кальянчик, текстиль, аутлет. Но это очень большая улица, которая ведет к центральной, там, где остановка. Оттуда мы уже будем двигаться в сторону Манавгата. Вот тоже абсолютно все имеется. Ценники есть 10-15 евро. Тоже сумочки, реплики всяких Louis Vuitton. Не знаю, может, кому-то такое нравится. Можете смотри, здесь это, прикупить. Это же чувачок. Карл Лагерфельд. Да. Ну, у тебя же оригинал. Ну, да. А это, скорее всего, не оригинал. Ну, и чемоданчики там. Кроссовки, я помню, во Всаларе кроссовки по 10 евро были. Не знаю, какая цена тут. Вот распродажа сумок, смотрите, по 10 евро. Большой выбор разных сумок. Сан-Лоран, Валентина. Что тут у нас? Гуччи. Гуччи гангстер, да? А ты у нас гангстер, не? Нет, я не гангстер. Кстати, не забывайте пользоваться SPF кремом, потому что солнце очень активное. И сейчас вот возле отеля, на территории отеля, наблюдаю людей, которые вообще красные. Они, наверное, даже не знают, что нужно им мазаться. И, кстати, благодаря Руслане я теперь не сгораю, потому что первый день не помазался, а потом Руслана увидела, что я немного начал краснеть. Я говорит, все, короче, давай мазаться, как бы ты ни хотел. Короче, заставила меня, я ей благодарен, потому что сегодня я проснулся не красный, а коричневый, да? Смотрите, мы еще не дошли до главной улицы, маркеты и шопинг продолжается. Тут тоже большое количество сувениров, там тарелки, ложки, чашки, магниты, может кто-то такое привозит. Также чипсы можно взять, потому что чипсы, не знаю, в отеле, по-моему, снеки, орешки есть всякие, да? Но чипсы я не наблюдал, потому может кто там хочет чипсов к пиву купить, то тут выйти, в принципе, 2 минуты пройтись и можно это все приобрести. Но очень печально, что нету тут Мигроса, по-моему, да? Не знаю, может там в CD где-то есть в самом центре. Но тут на территории в основном все для туристов сделано, а в Мигросе, конечно, цены будут выгоднее. И такая вот кальянная прямо на углу. Это по-любому сюда приходят туристы. Я видел, берут коктейли, кальяны, то есть питание в отелях все включено, еды хватает, но покурить кальянчик вот так просто на улице центральной, то смотрите, такой бычок стоит, ну типа прикольно сделано, чтобы атмосферой какой-то, да, добавить. Также тату-пирсинг можно сделать, а, это спортбар, тут, наверное, еще и футбол транслируют, так что если вы любители, вам это место, конечно, подойдет. Ну не знаю, тату-пирсинг, кто-то из вас сделал вообще или нет, напишите, мы, например, не видели таких случаев, да, чтобы тату за границей или на отдыхе. Тут уже центральная улица, сразу вот остановка, продолжается огромная торговля, точки, супермаркет, аптека есть. Также на этой стороне на углу банкоматы, по-моему, 3 банка.
Мы заметили, что самая выгодная комиссия, если снимать деньги, в Акифбанк. Но тут я его не видел. Акбанк 6%, в Акиф 3%. Акбанк тут есть на углу, а в Акифа, к сожалению, нету. В общем, тут можно долго гулять, там прямо огромные моллы, торговые с турецкими вещами, верблюды, локации, мечеть. То есть, если вы будете останавливаться в этом отеле или в соседних, то тут вполне хватает мест для туристов, чтобы погулять, прогуляться, плюс набережная еще возле пляжа там огромная. А мы будем идти на остановку, все-таки двигаться в Манавгат, там находится красивенный водопад, и заодно расскажем, что можно купить в Манавгате выгоднее и дешевле, да? Вот тут прямо возле тату-пирсинг, смотрите, Манавгат Сидекюмкой, то есть отсюда можно доехать. Также Нова Мол, это в Манавгате, и ЛС Вайкики, многие туда ездят, чтобы закупиться вещами. Не знаю, мне, честно говоря, Вайкики не очень нравится, но я слышал, что популярный очень магазин. Многие, кто едут на отдых в Турцию, либо вообще в Турции вдруг оказались, то в Вайкики делают закупочки. Сейчас дождемся автобус и засечем время, сколько с этой точки будет ехать автобус в сам Манавгат, и, конечно же, сориентируем вас по стоимости. Все, друзья, мы успешно доехали до центра Манавгата. Остановка прямо возле ММ Мигроса. Там еще есть на въезде Мигрос еще больше, 3М. Но если вы планируете на базар зайти, мы сейчас вам расскажем за базар, поехать на водопад, то прямо здесь останавливаетесь и выходите. Стоимость проезда в автобусе от отеля 32 лиры с одного человека. И ехали мы примерно 15 минут. Очень быстро. Он выехал на трассу, и все, можно сказать, мы уже попали в Манавгат. Смотрите, если назад-обратно ехать, если вы только в Мигрос захотите приехать, вот там вот остановка, переходите и обратно едете Эвренсеки Хотелс. А Мигрос находится здесь. В Мигросе можно купить оливковое масло турецкое, потом халву, рахат лукум. В основном что привозят еще? Еще гранатовый соус советую покупать, он очень вкусный, подходит для мариновки мяса. Давайте забежим в Мигрос на пару минут, не будем прям подробный обзор сделать, просто покажем, что там имеется и почем. Вот смотрите, прямо огромный отдел с оливковым маслом. Вот, например, 2 литра 600 лир стоит. Ну, вообще разные бутылочки, разные фирмы. Есть и по 445 лир, 437, вот 2 литра, смотрите, дешевле. Если поменьше, 335 за литр. Также акционных товаров часто в Мигросе много. Вот смотрите, по акции. Но чтобы получить акцию, вы должны перед тем, как расплачиваться, купить на кассе карточку Мигроса. Она стоит примерно 4 лиры. А потом ее сканируете, и тогда будет акция. Потому что если вы просто возьмете и пробьете на кассе, акции не будет, вам по 744 пробьют. То есть ее не надо регистрировать нигде. Вообще надо на турецкий номер, но чтобы просто скидку пробить, вы ее покупаете и сразу сканируете без проблем. Короче, вот сколько? 2 литра 589, разные цены. Можно дешевле, можно дороже. Вот Руслана нашла, смотрите, прямо в такой 339 2 литра. Так что я думаю, каждый на свой кошелек возьмет. Конечно, то, что дороже, может быть качественнее, но выбор настолько огромный, что я думаю, по-любому что-то выберете. Также привозят еще с Турции оливки и маслины. Вот смотрите, 900 грамм 129 лир. Потом вот такие вот темные маслины, полкило 68 лир. Вот опять акция, надо карточку покупать. Смотрите, если по акции 209 лир. Ну, выбор тоже огромный, можно и 99 взять. Тут 500 грамм 149. Есть дороже, есть дешевле. Выбрать, я думаю, каждый что-то сможет. Тут килограмм 389, дороговато. По 32 лиры, вот тоже оливки по акции. Очень хорошая цена. Что-то Руслана нашла еще. А, так это ж та самая халва. Я же говорил, что за халвой приезжают. Вот смотрите, акционная цена 79 лир за такую упаковку халвы. Большая хорошая упаковка. Вот тоже, смотрите, с начинкой разная, потом с фисташками 173. Ну, смотрите, вот это в два раза дешевле, даже больше, чем в два раза. Вот по 79 200 грамм. Ну, тут, смотри, полкило, полкило и полкило. То есть выгоднее брать вот по 79 либо чистую, либо с какао. Ну, есть в таких вот типа пластмассовых подарочных упаковках, смотрите, 350 грамм, акция 81, и прямо вот такая красивая 382 тут с фисташками. Ну, подешевле, подороже, каждый что-то найдет. Вот 86 лир коробочка, 113 лир, либо маленькая. Выбор хороший, я бы сказал. Также я помню, мы раньше привозили нутеллу по акции. Ну, прямо нутеллы фирмы я не вижу. Я вижу местная нутелла, вот 93 лиры за 650 грамм. В принципе, тоже хорошая цена, большая банка, так что можете и такое что-то привезти. И тут прямо целый отдел с турецкими сладостями. Смотрите, вот что это. Халва 145 лир, потом вот такой рахат 94, 218, 102. Потом вот эта штука вкусная, это как...
какая-то вата, не помню. Ну, интересная штука. Это тоже турецкие сладости. 134 лиры за упаковку. Плюс еще есть выбор по 350 лир. По 350, это 375 грамм, 204. Короче, рахат можно взять тут. Мне кажется, тут хорошая цена по сравнению с туристическим рынком. Но еще лучше, это на рынке местном. Там прямо на развес примерно 300 лир за килограмм. Ну, бывает 400, бывает даже 250 ставят стоимость. И там прямо тоже с орешками, с нутеллой, с всякими пастами. Но мы брали на развес, то, мне кажется, тот самый вкусный был, да? Да, очень вкусный. Кстати, рынки в Манавгате работают по четвергам. Там можно купить специи, одежду, фрукты, овощи, также рыба, там мясо продается, и тоже все турецкие сладости, и там очень хорошие цены на все. Мы специально загуглили, рынок по четвергам находится тоже тут недалеко от центра, от вот этого Мигроса и все места, которые мы вам будем показывать, так что я думаю, в четверг есть смысл приехать, закупиться и одеждой, и сладостями, и специями, всем абсолютно, и это будет намного дешевле, чем в туристических местах и сувенирных базарах. И тут прямо огромный отдел, все по акции, смотрите, коробка рахата, вот, 240 49, 139, есть вообще по 69. Но такое не очень вкусное. Все-таки лучше берите с какой-то начинкой. Тоже вот огромная упаковка. Потому что с начинкой он реально вкусный. А такой он там со вкусом даже без ничего, можно сказать. А мы вместе с вами двигаемся дальше. Это уже центр Манавгата. Сейчас будем переходить дорогу, потому что я заметил, что здесь работает фуникулер. Раньше, когда мы здесь были, я не припоминаю, чтобы он был. Можно и по ступенькам подняться. Давайте, наверное, узнаем, почем стоимость, и поднимемся. Возможно, там будут как раз красивые панорамные виды открываться на Манавгат, да и вообще в целом на окрестности. На входе в фуникулер даже есть общественный бесплатный туалет. Это прямо, друзья, лайфхак, потому что в основном с отелей приезжают, понапиваются всего подряд, и тут прямо в центре вот можно зайти бесплатно. Также кафешка какая-то панорамная, но мы все-таки будем искать подъем наверх, потому что мы тут еще не были. Смотрите, тут просто дверь в лифт. Получается, вы нажимаете кнопку, вызываете фуникулер, и я так понял, он должен с горы теперь спуститься. Вон он, по-моему, едет за нами. А я думал, тут какие-то входные билеты надо будет я покупать. Тоже. Мне кажется, это даже бесплатно. Но сейчас проверим. Приехала уже наша кабинка. Смотрите, так это реально как лифт. Вон, сейчас будем подниматься туда, в самый верх. Смотрите, в принципе, быстро, 2-3 минуты, и мы будем уже наверху. А вот ступеньки, если хотите просто подняться, мне кажется, больше спуститься вы захотите пешком, то, конечно, можно это сделать и так. Хотя кабинка помещает 13 человек, 1000 килограмм, почему бы и нет. Плюс тут еще музыкальное сопровождение. И слева, смотрите, горы, полностью виднеется Манавгат. Красота. Не знаю, может, раньше он не работал, но когда мы были в Манавгате, я не припоминаю такого подъемника. Все, мы добрались до самого верха. И, друзья, панорама бомба. Сейчас я вам покажу, вы офигеете. Смотрите, какая красота. Полностью открывается панорамный вид на город Манавгат. Вот внизу поехала кабинка уже вниз. Походу, кто-то вызвал. И все эти домики, смотрите, зелено. Прямо панорамная площадка. Я так понял, тут еще парк какой-то находится. Сейчас мы пройдемся. Там вот слева даже горы виднеются. Зелень. Не знаю, я прямо в восторге. Я не думал, что здесь, в Манавгате, будет нас ждать такая панорамная площадка красивая. Да, смотрите, тут прямо целый парк, лавочки, я так понял, на закат сюда люди приходят посидеть. И можно еще выше подняться, там турецкий флаг. Давайте пройдем, сразу же поднялись, изучим это место. Да, смотрите, можно еще выше подняться по ступенькам. Там я тоже смотрю лавочки с панорамным видом. Вот флаг и прямо такой парк. Зеленая зона, просто красота. Также я смотрю, здесь высадили большое количество деревьев, цветов, кусиков. И абсолютно вот это все лавочки возле деревьев с панорамными видами. То есть вы садитесь и смотрите на горы, на Манавгат, везде мусорки, чтобы не кидали мусор. И здесь не менее красивая панорама. Смотрите, как круто сделано. Причем панорама 360 градусов. Смотрите, вы можете и на этой стороне сесть, и на той, только что вам ее показывал. А здесь просто крутецкая лавочка для компании. Смотрите, друг напротив друга сидите, и все эти красивые виды панорамы тоже открываются перед вами. Я так понял, на машине даже можно сюда подъехать. Если будет арендованное авто, вы сможете не на фуникулере, а прямо на машине сюда заехать. Но это не точно. Может, технически только машины пропускают, но дорога как минимум сюда наверх есть.
что, друзья, мы уже спустились вниз. Хочу вам показать кафешку возле подъемника. Смотрите, тут можно сесть, там и фреши, и смузи, что-то заказать. И прямо возле этой кафешки красивейший водопадик, смотрите. Но это не тот водопад Манавгат, куда мы еще будем ехать. Но все равно, даже если вы в центр города приедете, то такая красота тропическая вас встретит. Там пальмы, тоже зеленая, прямо вот тут сесть, там турецкий кофеек, чаек выпить. Очень красивое место, тут еще есть и вафли, я смотрю, можно купить, и стоит женщина, где можно купить соки. И прямо здесь находится Neva Outlet, смотрите, тут Zara, Nike, Pull&Bear. Короче, типа мини-торговый центр, но это не Nova Mall, который возят, но тут тоже можно что-то купить, тем более, если это аутлет, то по-любому какие-то скидки есть. И вот эти фонтанчики по центру тоже красивые, но почему-то они выключены. В общем, двигаемся на остановку, едем уже к тому самому водопаду Манавгат. Мы на этом водопаде были, но это было, наверное, лет 5 назад, если не больше, поэтому, я думаю, нужно обязательно заехать, тем более мы находимся рядом. Освежить память, как говорится. Смотрите, мы перешли дорогу, там вот эти водопады, и тут прямо остановка, то есть все в одном месте находится. С этой остановки будет двигаться автобус прямо к водопаду Манавгат, который мы хотим посетить. Сейчас дождемся автобус, скажем, что почем и сколько мы будем туда ехать. Все, друзья, успешно мы добрались до водопада, ехали от центра Манавгата сюда минут 10 максимум, вообще так быстро. Проезд 25 лир в автобусе стоит с одного человека, там написано waterfall, wasserfall, водопад, короче, потеряться невозможно. На этот автобус в основном все туристы ходят, сейчас будем заходить, тут надо покупать входные билеты, уже подошли, узнали, стоимость билета с одного человека 20 лир, это 60 центов, это очень дешево, это прямо очень радует. Потому что, когда мы в Стамбуле посещали какие-то достопримечательности, это было просто заоблачных цен. Ну, не считая те места, где вход был просто бесплатный. Зашли уже на территорию парка, где находится водопад. И припоминаю, да, что тут даже небольшой базарчик, кафешки и кафе возле водопада круче всего. Смотри, Starbucks открыли или что это? Прямо Starbucks тут, ничего себе, моти можно взять. Всякие кофе, чаечки, ванила моти. Короче, все так обустроили. Тут, конечно, тоже есть сувениры. Но, друзья, мы вам уже говорили, где выгоднее всего брать. Так что мы даже не будем делать обзор. Я уже вижу по ценникам, что тут дороже. Лучше пойдите на этот рынок в Манавгате по четвергам. И там будет все намного выгоднее. Тут прямо соломенные такие крыши. Можно фреши, соки взять. Слушайте, за 60 центов такое место. Мне кажется, это очень круто, да? И тут очень красивый водопад. Возле него можно погулять. Советуем сюда приезжать после обеда, когда будет уже не сильно жарко, потому что сейчас пик. Вы тут не сможете нормально ходить. Я, кстати, помню, вот указатель туалет. По-моему, туалет стоит дороже, чем входной билет в этот парк. Где что-то евро или 2 евро брали. Вот там вот в конце находится. Это все огромная территория. Тут прямо бар, такое дерево, смотрите, цветами вас встречает. Везде коктейльчики, мороженое. Смотрю, шарик мороженого стоит 1 евро, либо 35 лир. Туда можно пройтись, но основная часть все-таки здесь, где водопад. Я смотрю, тут так много столиков поставили. Ранее было намного меньше. И слева, там, где много людей, самая основная точка, ради чего сюда все приезжают. Давайте подойдем и посмотрим. Смотрите, какая красота. Специально снимаю на телефон, чтобы более крупным планом вам все это показать. Не знаю, все туристы, которые отдыхают в Седе, в Ренсеке, Манавгат, все приезжают, чтобы посмотреть на красоту данного водопада. Да, он не сильно большой, но зато природа, речка, зелень. Смотрите, все на высшем уровне. И очень красивые, крутые фоточки здесь получаются. Смотрите, тут есть несколько фотопоинтов. Я помню, мы вот там вот возле дерева делали фотки, где люди подошли. Потом вниз спускаетесь, тоже красивые, крутые фотки. Вон там девушка как раз стоит, фоткается. И сверху, там, где мы сейчас подошли, тут самый красивый обзор на сам водопад. И тут прямо кафешка возле водопада есть, возле речушки можно посидеть. Котик вас встречает, смотрите, хочет, чтобы мы тоже входные билеты ему дали, да? Или хотя бы кормом, чтобы заплатили, да? Но у нас, к сожалению, нету. Так что будете идти сюда, обязательно прикупайте корм для котиков. Потому что они тоже хотят, чтобы какую-то таксу приносили, да? Вот, получается, ресторанчик, где стоят столики. И можно спуститься прямо в самый низ. Смотрите, тут тоже большое количество людей. Мне кажется, вот эта точка для фотозоны самая идеальная. Вот там вот сверху мы находились, когда первый раз вам его показывали. Но тут, смотрите, прямо такие скалы и водопад кажется намного больше. Так что, мне кажется, если хотите крутые фотки, то идите в самый низ. И я заметил, что больше всего очередь именно здесь. Люди подходят, делают фото прямо с этого балкончика.
Так что, друзья, местяк мега прикольный, обязательно стоящий к посещению. Но мы забыли, что мы же даже не пообедали. Поэтому, друзья, будем возвращаться в отель и покажем, чем же все-таки нас покормят на снэк-баре. Точнее, выбор огромный. Мы покажем, что выберем из этого всего мы и продегустируем вместе с вами. Все, друзья, мы вернулись уже в отель, в снэк-бар. Находится он возле бассейна, хочу напомнить. И уже заказали наш обед. Я, получается, взял венский шницель с говядины. Вообще, в оригинале он, по идее, куриный должен быть. Но тут можно и с курицей, и с говядиной взять. Масло, смотрите, салат. И подается с картошкой фри. Также взял Хеннесси. Значит, я последнее время на него подсел, потому что он здесь безлимитный, по системе ультра все включено. А у Русланы голубая лагуна и... спагетти, это что, паста? Это паста болоньез. Короче, с говяжьим фаршем и сыром, я так понял. Давай попробуем эту всю красоту и оценим. Ну, мясо, друзья, мне кажется, прямо очень много. И давайте ам-ам, да? Вкусняшку ням-ням. Фарш приготовлен в томатном соусе. И он очень классно сочетается с пармезаном. Это именно пармезан. Угу. Они вот такой горьковатый, я как раз его обожаю. И люблю, когда его добавляют во все блюда. Ну, Руслана прямо очень пасту любит, поэтому решила здесь ее и заказать. Ну, давайте попробуем шницель. Честно говоря, не знаю, зачем масло. Я предпочитаю взять вот так вот просто огромный кусок шницеля и заценить эту всю красотень. Я думаю, что по-любому вкусно. Слушай, мясо идеальное. Смотри, оно... мега свежая, не жирная, его не сильно зажарили, то есть он просто хрустящий, не ощущается, знаешь, что там масло какое-то не свежее было, просто топчик. Ну и давайте за вас бокальчик Хеннесси, кстати, это первый отель, где Хеннесси наливают бесплатно в безлимитном количестве. Кстати, на входе в отель висит очень много вывесок с наградами отеля. Да, от TripAdvisor, я видел, там прямо вся стена обвешана. В целом круто, вкусно. Ну и, конечно же, нам приятного аппетита. А мы с вами уже завтра встретимся на Русланы дне рождения. За один щелчок мы перемещаемся на день вперед. Все, друзья, уже следующий день, доброе утро. Сегодня уже у Русланы день рождения. Ей сегодня исполнилось 28 годиков. Поздравляем. Спасибо. Как тебе? Как ощущения? Как настроение? Так, вообще, настроение хорошее. Сегодня отличная погода. Мы вкусно только что позавтракали, вернулись в номер, и нам уже сделали такой вот небольшой сюрприз. Это Руслане сделали, а не нам, потому что день рождения все-таки у нее. Смотрите, как красиво все оформили. Happy birthday. И такой торт из полотенец и цветов. Шампанское, бокалы, ну не знаю, там сердечки. Мне кажется, очень постарались, и мы как-то и не ожидали, знаете. Возвращаемся с завтрака, заходим, а тут такой праздничный интересный торт. Напишите, как вам такое поздравление от отеля. Я считаю, что молодцы, очень постарались. И мы, кстати, только что обсуждали. Раньше мы всегда на день рождения Русланы летели в Турцию. И первый раз это когда было? Когда мне был 21 год. Я помню, как раз мы были в аэропорту. Мы были, по-моему, 3 числа, с 3 на 4. Как раз в аэропорту мы отметили мое день рождения. Это вообще в аэропорту день рождения. Ну да, раньше была традиция, потом перерыв, а теперь опять спустя некоторое время мы по традиции в турецком отеле будем праздновать твой день рождения. Так что, друзья, можете поздравить Руслану в комментариях, у кого есть желание что-то ей пожелать, только искренне. Если не хотите, то не поздравляйте. Кто хочет, то, я думаю, Руслане будет очень приятно почитать. И мы сегодня отправляемся вечером в ресторан «Аля Карт», записались в отеле. И там, друзья, будем уже отмечать день рождения, встретимся уже с вами вечером в самом ресторане и покажем, в каком формате это все будет происходить. А, совсем забыл, я же обещал рассказать, что я все-таки подарил Руслане. Ну, давайте она сама лучше расскажет. Я сейчас даже покажу. Саша мне подарил новый iPhone 15. Ничего себе, айфончик, да? Да, новенький, розовый, красивый очень. Короче, получается, я его даже заранее подарил. Руслану он уже 2 недели, ну, просто там так нужно было. Именно в день рождения это бы сделать не получилось, потому немножко заранее, но я думаю, ничего страшного. Ничего страшного, зато я пользовалась уже айфоном до этого. Кстати, у него очень классный. Классная камера, она очень отличается от 11, у меня был 11 Pro, и камера прям очень сильно отличается с 15. А у меня, кстати, остался 11 Pro, мы тогда вместе, ну ты чуть раньше тогда купила, а потом уже у меня он появился. Ну не знаю, я надеюсь, что ты довольна. Очень довольна.
нормально. Так что я старался. Да и плюс у тебя там уже аккумулятор такой плохой был. Ты вечно ходила с пауэрбанками, с зарядкой. Я думаю, блин, надо что-то с этим делать. Так что поздравляю. И, друзья, вечером приглашаем вас на празднование в ресторане «А-ля Карт». Ну как приглашаем? Вы не переключайтесь, мы скоро с вами снова встретимся. Все, друзья, настал уже вечер, и мы с Русланой отправляемся наконец-то отмечать день рождения в ресторанчик «Шафран», да, он называется? Да. У нас на 7 часов бронь, это ресторан «А-ля Карт», рыбный ресторан, есть еще вариант мясного ресторана, но Руслана говорит, что хотела рыбный. Ну, мяса и так просто много в отеле, а я думаю, рыбку будет очень вкусно покушать. Тем более в этом ресторане помимо рыбы еще и мясо можно выбрать, это специально для тех, вдруг кто-то один любит рыбу, а другой мясо. Кстати, у них очень прикольные еще десерты, у них идут десерты с помидоров, с куриного мяса, я такого вообще нигде не видела раньше. В общем, будем отправляться, присаживаться и покажем, что же нам будут подносить. Зашли уже в ресторанчик, смотрите, как он выглядит. Есть, кстати, и терраса, и внутренний зал, и наш столик номер 3. Смотрите, как его красиво украсили. Прямо happy birthday, цветочки. Короче, специально постарались и подготовились, чтобы у нас была атмосфера дня рождения, да, как говорится. Очень прикольно все сделали. Такого еще нигде не видела, что именно буквы выкладывали. И сейчас будем по меню заказывать. Я так понял, там надо будет выбрать первое основное блюдо, десерты. Короче, сейчас это все нам принесут и покажем, что мы будем выбирать. Нам уже принесли меню. Смотрите, стартеры. Уже принесли, сейчас покажу. Потом seafood суп, я так понял, будет. Нам сказали, выбрать надо вот горячий стартер. Мы решили взять рыбный баскет, а Руслана пасту с морепродуктами, ну, чтобы разное. Плюс основные блюда у меня лосось будет, а у Русланы сибас. Ну и десерты тут нестандартные, как Руслана говорила. Я взял все-таки с куриной грудкой, а Руслана взяла с томатами. Короче, посмотрим. Я впервые в жизни такие интересные десерты вижу. Очень прикольное меню. Мне нравится то, что оно очень отличается от того рациона, что есть в обычном ресторане. Потому что, когда мы ходили в египетский а-ля карт, там было то же самое, только в другой подаче. Здесь прикольно. Они сделали оригинальная подача и оригинальные блюда. А вот и принесли наши стартеры. Смотрите, прямо 8 стартеров, какие-то сухарики, овощи, тут с орешками что-то. Это, я так понял, икра, да, намазка? Да, намазка. Йогурт и что савичи. Это? Савичи. Ничего себе. Короче, оформление прямо топ. Мне нравится, что тут все happy birthday. А, также булочки принесли и напитки тоже включены. Даже получается а-ля карт бесплатно. Если вы хотите только бутылку вина брать, то надо уже доплачивать. А так все напитки, которые в баре, можно заказать и здесь. Руслана выбрала апероль. Как-то в этом отеле Руслана часто берет апероль, да? В каждом баре он отличается по цвету. На нижнем баре он был такой оранжевый, здесь он более красный идет. Ну, а я по традиции взял, друзья, Хеннесси и спрайт. Грех вообще Хеннесси с колой мешать, потому я просто спрайт беру и иногда чуть-чуть запиваю. Помню, когда мы мешали в Париже, нам говорили, зачем вы мешаете с колой, это нельзя делать, надо его прямо брать и распробовать. Хотя я не могу пить Хеннесси, мне он сильно крепкий, и как-то только Саша себе его берет, мне постоянно слышен запах спирта. Не знаю насчет спирта, у меня такой запах винограда или ореха. Ну не знаю, я тут часто беру в этом отеле, это впервые, что прямо Хеннесси бесплатно на барах. И я как-то прям на него здесь подсел. Решили мы начать все-таки с закусок, со стартеров. Руслана уже намазала икру на такой вот турецкий, можно сказать, бублик. Это намазка из икры лосося. Она идет вместе с сыром, очень вкусно, они ее прикольно сделали. Прикольное сочетание, и мне нравится то, что здесь булочки теплые, их только приготовили, то есть все свежее. Ну, Руслана всегда, когда есть сыр, то это оценит на 100%. Тут я прямо не удивился. Ну, по закусочкам, в принципе, понятно. Сейчас будем уже ждать основное блюдо. Не знаю, йогурт еще хочу попробовать. Булочки. Я вот тоже взял эту штуку. Сейчас буду дегустировать. Ну, я решил продегустировать вот такие сухарики и савичи. Получается, тут какая-то рыба. Сейчас будем пробовать. Но сочетание очень интересное, потому что рыба идет вместе с мандаринами. Я еще такого нигде не пробовал, поэтому давайте оценим. Блин, это такой нестандартный вкус, слушай. Рыба с мандаринами, ну представляете? Вот не пойму, что за рыба? Я думаю, селедка все-таки. Или селедка, или скумбрия, но скорее всего селедка, потому что
она не такая жирная, ну типа селедку не узнать, это просто мандарин перебивает вкус, но очень вкусно. Где бы мы еще такие нестандартные сочетания попробовали, как не на таком ужине. Распробовали мы уже все эти закуски, мне очень понравился баклажан с орехами, вот это сочетание просто топовое. Потом какой-то фрукт, не знаю, напоминает и картошку, и дыню. Вот он остался. Мы так и не могли понять, да, что это такое? Ну, мне больше всего понравился йогурт. Он идет немножко острый и с таким привкусом персика. Вот он был очень классный, и севиче очень вкусное. Ну и давайте, пока мы ждем основное блюдо или суп, поднимем бокалы и с днем рождения. Спасибо. Ну что, наконец-то мы дождались первое. Первое это у нас суп с морепродуктами. Я смотрю, мидия плавает. Прямо надо брать и лимончик, да, выдавливать? Да. Ну и давайте попробуем. Я так понял, он на тамьян должен быть похож. Смотрите, морепродукты, креветки, там мидия. Ну давайте заценим. Морепродукты, прямо топчик. По-моему, такой суп мы ели похожий, когда был у нас обед или ужин. Помнишь, там было много мидий, и там он еще был подписан тамьям, но это не тамьям, потому что здесь не хватает кокосовых сливок, но супчик очень вкусный. Ресторанная порция немного, но зато я не переем, потому что я вечно наемся, а потом жалуюсь вечером, что я переел. Просто вчера мы были на ужине, там столько было вкусных блюд, были и креветки зажаренные, и баранина, и ягненок, и утка. Мы, короче, не знали, что взять с Русланом, я вам честно скажу. Именно само питание в данном отеле Commodore Elite просто идеальное. Не знаю, мне кажется, в лучшем отеле, чем тут, мы еще не были. Ну, именно в плане питания. Тут просто идеальный выбор, особенно морепродуктов и рыбы, что немаловажно. А вот и, друзья, подоспели горячие закуски. У меня рыбный баскет, но я смотрю, тут креветка, кальмар и рыбная палочка. Также соусы, авокадо-пюре. Острый и, походу, соевый. А у Русланы паста с чем? С морепродуктами и сливочным соусом. Ну, Руслана пасту любит. Я смотрю, там и креветок много, и мидии, по-моему. Давайте, в общем, попробуем. Но это не спагетти, да? Нет, это такие макароны. Ракушками. А, крупные макароны. В общем, это почти карбонара, но не карбонара, потому что отличается вид макаронов. Соус точно такой же, как и в карбонаре. Очень много морепродуктов. И прикольно то, что не добавили сюда еще чеснок. Мне кажется, морепродуктов в этом отеле мы уж точно, да, наедимся. Очень. На ближайшие пару месяцев вперед. Ну и давайте попробуем рыбную палочку. Вот только не знаю, в что макнуть. Вот это какой-то будто азиатский соус. А ну давайте. Там еще гуакамоле есть. Это кисло-сладкий соус. А вот эта штука, это сырная палочка. Это не рыбная, прикинь. Да? Я что-то думал, что это рыба. Вот это еще мне интересно. Кальмар это или что-то в кляре. Давайте вот это проверим. Может, это рыба? Это кальмар, скорее всего. Это рыба. Это сиба с лидорана в кляре. Кстати, очень вкусно. Реально слышно, что это рыба. Хотя я что-то думал, что кальмар. И на завершение берем креветочку поджаренную. Как они там? Темпура называется, да, по-моему. И просто ам. Да, очень вкусно. Ну, таких креветок вчера на ужин прямо целый огромный лоток был. Ну, и, конечно, чистить надо, но там они, знаете, королевские такие, тигровые, как их называют. Или лангусты даже, другими словами. Ну, наконец-то, ребяточки, мы дождались основное блюдо. Смотрите, у меня стейк лосося без косточек. Ничего себе, еще и какой-то сырочек или овощи, капустка. Также еще салат принесли. Я сначала думал, что это какой-то гранат сверху, но это, походу, покрашенная каша или что-то в этом роде. А у Русланы получается дорада или сибас? Это дорада. Дорада и очень крутая подача. Смотрите, прямо в рыбке. И такие вот кусочки, они идут уже без костей. Просто поджаренные на гриле. Да. Оно полностью без костей. Это чисто филе. Его классно сделали. Он не зажаренный. Как раз он сочный, не сухой вообще. И здесь очень классные лимонные специи. И как раз, смотрите, обновили аперольчик. И, как вы думаете, что? Правильно, это очередной бокальчик Хеннесси. Кстати, апероль в отеле очень классный, вкусный. Он намного вкуснее, чем другие апероли, которые я пробовал в заведениях. О, смотрите, тут прямо огроменный лимон. Я вот не знаю, наверное, его отдельно возьму и буду чисто рыбку. Но я так понял, тут хребта нету и костей. Я надеюсь, случайно я не напарюсь, да, на косточку. Нет. Давайте, я аккуратно ем, переживаю, чтобы костей не было. Не,
Костей нету, идеально, идеально вкусно. Мне нравится, что его не насолили, не наперчили. Так в меру немножко сольки, перчика. И именно наслаждайся вкусом самой красной рыбы. Стейк сочнейший, мощнейший. Мне прямо залетает на ура. За Руслану Хеннесси. Фух, что-то мы, друзья, наелись, но у нас еще десерты, причем десерты нестандартные. Смотрите, я брал десерт с куриной грудкой, я даже не знаю, как это в сочетании с шоколадом, сливками, карамелью и что тут еще есть, будет на вкус. Будем сейчас пробовать, а у Русланы с томатами. Смотрите, это помидор, а то я не знаю, что, финик или... Ну, какая-то желейка, орехи. Давайте пробовать. Короче, он, походу, сладкий, в карамели. Помидор в карамели? Я такого еще не слышал. Да? Блин, это прикольно. Серьезно? Это очень вкусно. Это, слушай, как холодец с шоколадом есть, наверное, да? Нет, это не как холодец с шоколадом, просто это очень вкусно. Это помидор, но у него есть сладкий привкус, он с медом. Он с карамелью и с орешками. Слушай, если я бы такого так... не пробовала нигде и никогда. Это очень вкусно. Если бы это еще какая-то курага была, то ладно, потому что оно выглядит так. Ну давайте попробуем, что нас будет ждать вот здесь, с куриной грудкой. Отламываем кусочек. Слушайте, это напоминает блинчик желе больше, я вам честно хочу сказать. Не знаю, где тут куриная грудка, но сами видите, что это желешка. Я не чувствую вообще курицы. Это кисель, который в шоколаде и внутри какая-то начинка. Может, я не распробовал, давайте еще. Тут нету курицы, это обман какой-то. Ну где она? Это кисель, это желе, это шоколад, вот смотрите. Но это по-любому с курицы, потому что в составе каждого блюда в этом отеле написано состав. Все, друзья, мы уже вышли с ресторана, день рождения, ну, еще не заканчивается, мы еще посидим немножко в лобби, но там чисто так, чаек, кофеек, ну, вы поняли, там, на лайте, как говорится. В целом, ресторанчик прикольный, десерт нестандартный, я у Русланы попробовал этот помидор в меде, и вы не поверите, он действительно очень вкусный. В моем десерте курицы так я не нашел. Руслане тоже дал попробовать, не знаю, в чем обман. Может, ее там где-то завернули, или просто она в составе перемелена была. Но вкуса курицы там вообще не слышно. Так что так мы посидели вечером, отметили Русланы 28-летие, да? Да. Я думаю, Руслана довольна. Да, довольна. Все хорошо. Поэтому, друзья, на этом моменте будем заканчивать данный выпуск. Я очень надеюсь, что он вам понравился, и вы нас поддержите вот таким большущим пальцем вверх. Напишите свои комментарии, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик и подпишитесь на нас в Инстаграм и в Телеграм-канал, потому что именно в этих социальных сетях все выходит в реальном времени. Ссылки, как всегда, внизу в описании под этим видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!